Видишь? Это преподобная, а на той стороне Спас. Что за находка? Ну, печать это, вислая. Так и обычно к документам того времени привешивали, когда их перевязывали, и чтобы никто не прочитал. Ну и понятно было, кому это адресовано. Ну вот здесь как раз веревочка пропускалась, шпагат, которым свиток перевивали, перетягивали. А где нашли? Там, в этой, в гробничке. Ну вот, я здесь, когда выбирал заполнение, и вот в этой части, где-то вот примерно на такой высоте, когда выбирал уже породу, в районе этого камня вот здесь и попалась эта печатка. Что вот этот вот слой разрушения, состоящий из обломков кирпича, раствора, он покрывал вообще все пространство раскопа. И просто здесь мы нашли концентрацию обломков фресок по известным причинам все-таки, потому что совершенно очевидно, что они упали со стен непосредственно окружавших гробницу, то есть это вот арка. Аркосоли, схожи были между собой. Или какие-то, да, близкие там, другие места. Близкие были между собой. Ну вот, а гробница сама, она, в общем-то, с печатью никак не связана. Но интересно отметить то, что рядом с вот этой печатью, ну как рядом, в непосредственной близости была найдена и другая печать в 2015 году. Там. Ее обнаружили вот буквально на том месте, где я сейчас стою, вот здесь вот. Первая из атрибутированных, потому что там очень хорошо сохранилась надпись с именем Ефросинья. И вот это послужило как бы тому, что мы стали знать, как выглядели эти печати. Ну, перед нами печать, которую можно атрибутировать, то есть, которая принадлежала преподобной Ефросинье Полоцкой. Это вторая печать, которая была найдена. Она отличается очень по качеству исполнения, по технике. Очень тонкая такая работа. Двухсторонняя печать. Почему двухсторонняя? Потому что в то время было принято привешивать к документам свинцовые печати. Они назывались буллы. Была такая традиция византийская, древнерусская. То есть документ запечатывался и пропускались шнурочки через документ. Бралась такая свинцовая пломбочка, шарик, через нее пропускались эти веревочки и такой специальный щипцы приспособления, назывался булатерий. Вот печать, значит, это защипывалась, как бы пломбировалась с двух сторон, и получались оттиски. Вот оттиски мы видим с двух сторон. С одной стороны изображение преподобной Ефросинии Александрийской, патронессы, покровительницы преподобной Ефросинии Полоцкой. Вот мы видим такой острый у нее на голове. В одной руке она держит крест, другая рука поднята в благословляющем жесте. И надпись по обе стороны от изображения и Ефросинья на печатях Ефросиньи Полоцкой, когда пишется у ней самой, то пишется как Офросинья. Здесь по-другому, здесь почему? Пояснение. Ну, видимо, чтобы отличить все-таки. Офросинья, по всей видимости, преподобную так называли. И по кругу здесь шла еще одна надпись. Она должна была читаться как «Господи, помози рабе своей Офросинье на многое лето». Остался только небольшой кусочек «на многое лето». Здесь же намеренно была надпись испорчена. Мы видим, что и лик испорчен, и вот здесь тоже сбоку испорчен каким-то таким инструментом, причем специальным инструментом. Возможно, что-то не получилось. Либо это печать, ну, такой не очень удачный оттиск получился, потому что вот мы видим кружочек, он сместился. То есть здесь у нас осталось больше металла, здесь меньше. Возможно, эта печать была намеренно уничтожена таким образом. Вот стерт лик, и стерта именно та часть надписи, где упоминается имя преподобной Ефросиньи. Ну и с обратной стороны изображение Христа Спасителя, Пантократор. Тоже интересная надпись «Иисус Христос» под титлами. Но здесь написано не и десятиричная вот такой палочкой, а и восьмеричная. То есть это не очень характерно для таких надписей. И вот буковки «Пантократор». Причем изображение, оно практически полностью совпадает с изображением, которое находится у нас в храме на фреске. То есть это печать, можно сказать, и преподобная, и печать монастыря. Почему тогда здесь все-таки небесная покровительница, а на первой печати именно Офросинья?
А на первой печати просто благопожелательная надпись «Господи, помози рабе своей Афросинье». То есть такое вот молитвенное прошение, оно очень часто встречается на печатях в том числе. Ну, а что касается вот самой печати, интересно, женские печати, они довольно редки. Ну, вот на Полочине они известны. Например, известна печать Матери Преподобной. Там, с одной стороны, изображение святого Георгия, с другой стороны, изображение святой Софии. Обычно вот если была женская печать, на одной стороне изображался покровитель самой женщины, а на другой стороне покровитель либо ее отца, либо ее мужа. Ну, вот в данном случае Георгий – это ее муж, отец преподобный. А здесь вот мы видим, она могла быть печатью и преподобной, и печатью монастыря в одно и то же время. Ну, ценность, несомненно, велика для сфрагистики. Сфрагистика занимается изучением печатей, наука о печатях. Великолепное исполнение, во-первых, оттиска вот этого. Надпись, которая, ну вот, нужно посмотреть действительно, поискать аналогичные печати. Именно вот эта надпись благопожелательная на многое лето. Это не так часто встречается. Так вот, навскидку аналогов я пока не припомню. Но это большая ценность, безусловно. Я думаю, это показывает на то, что мы идем в правильном направлении. Это подтверждает, стимулирует на новые какие-то находки открыть.